Дикий груз. Работники цинкового завода среди вагона с материалами обнаружили енота. Необычный случай произошел накануне в Челябинске. Работники завода начали разгружать вагон и увидели внутри бегающего енота. Опасаясь, что он может болеть бешенством, они вызвали спасателей. Незваного гостя вытащили, посадили в ящик и вынесли в лес. Там его отпустили в присутствии представителя Росохраннадзора. Как енот попал в вагон, неизвестно.